друзья, ну что, мы уже съехали с автобана и подъезжаем на третью загрузочку. Давай, 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 наступай. Что-то коробка так наступает, она как-то запоздала, секунды полторы держит. Не хочет. Проверьте, так. 2,9 километра. Да, сейчас проскочим мы вот здесь такими населенными пунктами. Ну что, Германия, скучаем по вас. Эти велосипедисты слева, по вам, вот так вот, нагорные велосипеды, коляска сзади, ну с левой стороны, если видите. Ну, девушка такая молодая, ну по лицу видно, что, ну, пускай занимается спортом. Вот, так, а здесь даже Lidl есть. Так, 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 а для тебя стать, то, в принципе, можно было бы стать бы на обратном пути. Мне, конечно, нужно хлеба как минимум купить. Такой себе городочек. Кстати, возможно, могут прилететь в стекло лобовое КамАЗки, вот эти букашки всякое. Я вчера ночевал там, и была возможность взять. Вот, ну, на заправке там практически я стоял, на границе Франции с Бельгией. И была возможность взять вот эту вот палочку эту здесь, ну, помыть, хорошо вымыть, протереть. То бишь, я стекло хорошо отмыл. Но буквально вот проехал опять же, смотрите, его, ну как, вам-то не видно, понятно. Но у меня все сейчас заляпало, как говорится, камикадзе все на лобовом стекле, вот эти вот трубики. Тут загрузочка, вернее, сколько, 23 палеты, но я не знаю, влезет у меня или нет, потому что по объему, который я считаю, что там, мне кажется, не влезет. Но будем мыслить, как-то его затулить. Скорость. 23 палеты, это, конечно, это немного есть такой вот, пускай и легкий груз, но тем не менее. Городочек называется Гумерсбах. Через 100 метров поверните налево. Ну так, вроде посмотришь, ну опять же из-за погоды. И, кстати, вот справа там кто-то повыкидали, но это называется как Шпермюль. Вот возле такой вывески Акр, и там он что-то лежит. Ну, люди выбрасывают в специально определенные дни.
такие вещи габаритные, и проезжает потом автомобиль, просто собирает и увозит это все. Через 50 метров поверните налево. Есть вещи, ну, кому, конечно, по-разному. Но вот я смотрю, вижу кресло, вот это черное как раз, вот за этим зеленым кустом, я не знаю, как камера возьмет ее в ракурс, но чисто спинку откинуть, ручки подкидать, и вот такая вот сидушка, если лифт работает, этот газ-лифт, то чисто викендовый, да, викендовый такой стульчик, выше, ниже. БМВ, чтобы его не зацепить, и Мерседес. Вот. Ладно, едем. Повторюсь, данное видео пишется в формате 4К, но все-таки вот я сейчас с Ириной созваниваюсь. Ну, как-то тяжеловато, вот я не знаю, как оно. Обработка все-таки занимает намного дольше. Это конвертация видео, пока их там склеить, пока эта обработка все идет, времени очень как занимают, вообще капитально, то есть, ну, как минимум 2-3 часа только и на обработка, но нужно еще посидеть, посмотреть само видео, как-то об чем оно там, обозначить хотя бы, где старт, где край, вот, какое-то описание добавить, это что-то, ну, такое, то есть работа колоссальная. И если же, как говорит Ира, у нее стоит программа, ну, под Full HD, та, которая там видеомастер, у нее на работе есть тоже, она как бы за компьютер работает, то вот эти файлы, может быть, даже и на работе она и, ну, собрать в кучу там, как бы, ну, и сделать, то чтобы в таком формате выпускать видео, ну, на работе, ну, не такой там мощный компьютер, и тем более программы, там, тем более доступа такого нету к тем программам. Готовьтесь к каналу. Я даже не знаю, потянут ли. То там тот компьютер будет ночь обрабатывать целую, ну, то есть, как бы, нету смысла. И вот сейчас стал вопрос ребром, а нужно ли это вот это 4К, вот, потому что, ну, опять же, я понимаю, может, камера, ну, как бы и пишет, но судя по тому, что качество смотришь, ну, там реально на 4К. То есть, может, из-за того, что весна, вот эта вот такая пора погоды, камера, вот эту листву, там еще смотришь, оно как в пикселе эти, вот, ну, понятно, шум идет. Так, 250 метров направо. И, ну, тяжеловато. Я не знаю, как это вот это все до кучи сделать и как это правильно все будет подвязаться. Поверните направо. Так, направо. Вроде бы так. Вот. Ну, вот такие моменты. Кстати, вот тоже Lidl. Здесь тоже, ну, можно стать, наверное. Ну, одна дорога, одна полоса. Просто я буду мешать. Буду мешать остальным проезжать именно по этой дороге. Вот так вот.
Ну что, друзья, ну я, наверное, скорее всего, отключусь, потому что тут километр остался до фирмы, до подъезда. Я думаю, тут уже пока ничего такого интересного не будет. Вот такое. Вы превышаете допустимую скорость. Ну и, как говорится, продолжение следует. Так что на этом, я думаю, пока закончить, а дальше не знаю, как далее. Дальше посмотрим. Готовьтесь к левому повороту через 800 метров.